Одно из отделений банка, расположенное на улице Декабристов, сегодня эвакуировали из-за подозрительного предмета, найденного внутри офиса. Тревогу забили сотрудники кредитного учреждения и вызвали оперативные службы. Что нашли в операционном зале, знает Нафиса Миязова. Шикарная кожаная сумка, и за это все там кинулись. Полицейских вызвали сами сотрудники банка. Они заметили в помещении бесхозную сумку и испугались за свою жизнь. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники охранного предприятия, полицейские, кинологи и спасатели. Всех посетителей и работников, а это около 10 человек, пришлось экстренно эвакуировать. Кинологи проверили помещение и выяснили, что в так называемой подозрительной сумке ничего подозрительного и нет. Видимо, один из посетителей просто забыл свою барсетку. После осмотра всех запустили в зал. Сотрудники принялись за работу, а полицейские стали выяснять, что же находилось в сумке. Им также предстоит посмотреть съемки камер видеонаблюдения и установить, кому принадлежит эта барсетка. Нафиса Миязова, Ильнар Хатыпов, вызов 112.